Готовая плотва. Дайте же мне все отдых, успокою. Ай. На спине колчан носит, а не мечи. Любитель! Вы же ведьмак! Кто сеет гречку спросом, тот ходит голый босый. А вы имеете, хочешь ведьмака к этому делу? Он людям дал. Белины, что ли, объелся? В чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готтард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертрам хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. А что за волчица? Вроде как она с волками трахается. А человека голыми руками разорвать сумеет. Бестия она в человеческой шкуре. Хотя кое-кто говорит, что большой красоты девка. А доманша она. В банде дезертиров, недобитков из разных армий. Такие убивать да грабить обучены. За что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошел защиты просить. Мы, как охотники, ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всем разузнала и хочет Бертрама убить. Бандите. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь-ведьмак. Они очень серьезные. Дерьмо! Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? За кем бы ты ни пришла, планы придется поменять. Я не позволю обижать этих людей. Я не хочу никого обижать, кроме ублюдка по имени Бертрам. Он сам ко мне пришел полгода назад. Должен был наводить нас на тех, кого стоит обобрать, в обмен на долю в добыче. А потом жадный стал. Хотел все больше, но я ему отказал. Когда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей погибла. Отойди, ведьмак, это не твое дело. Нам нужен только Бертрам и никто больше. Вот тебе мое слово. Я не буду стоять у тебя на пути, делай, что должна. Разумное решение. Видишь, все прошло гладко. Это тебе за понимание. Идемте, господа. Thank you.
Я знал, что ты придешь. Ты ясновидящий? Дело не в том, кто я. Я помог тебе бежать. Раньше с моей помощью ты нашел Йеннифер. Теперь ты чувствуешь, что меня надо отблагодарить. Еще твой знак прекрасно мне об этом напоминает. Для того он и служит. Знаешь, это весьма занятно. Даже самые отпетые негодяи испытывают странную потребность отдать долг чести. Люди, эльфы, краснолюды, все расы. Ты должен мне это когда-нибудь объяснить. Ну, раз уж ты здесь, расскажи, как у тебя вышло с афирцами. Ты возникаешь ниоткуда, так же таинственно исчезаешь, вызываешь шторм. Кто ты такой? Колдун? Нет, куда там? Чарами я брезгую. Куда больше этих дешевых фокусов, меня интересуют настоящие людские истории. Одну такую я хочу тебе рассказать. Это история о подлеце с каменным сердцем. О человеке, который не хочет отдавать своих долгов. А с чего ты взял? Что мне это интересно? С того, что он навредил и тебе. Его имя Ольгерд фон Эверек. Откуда ты знаешь, что мы знакомы? И что он мне чем-то насолил? Сам подумай, Геральт. Я знал, что тебя схватили афирцы, но не знаю, из-за кого. Ведь Ольгерд фон Эверек совершенно осознанно послал тебя убить человека, которого, может быть, еще удалось бы расколдовать. И ты был бы казнен за это, если бы не я. А знаешь, почему он это сделал? Потому что он злобный, бесчестный выродок, который питается страданиями и болью других. Интересно, что же он тебе такого сделал? Я подписал с ним договор. Задействовал свои способности и связи, чтобы дать ему то, чего он пожелал. А теперь он уклоняется от уплаты задолженности. Ты хочешь, чтобы я выбил твой долг? Я не наемный головорез. А мне не нужен головорез. Мне нужен кто-то умный и хитрый. Кто-то, кто не боится испытаний. Кто-то такой, как ты. Это что, лесть? Ну, конечно. В конце концов, я бродячий торговец. Так что могу предложить тебе много интересных вещей. Например? Благодать для тела и души. У тебя всегда будут еда и питье в изобилии. Ты ведьмак. Так что я могу дать тебе лучшее оружие, какое только пожелаешь. Твое тело будет ловким, как никогда. Мысли быстрее молнии. Твоя страсть очарует любую женщину. Но прежде всего, я предлагаю тебе настоящее приключение. Ты испытаешь то, что дано пережить лишь избранным. Щедрый ты. И все это лишь за помощь в одном маленьком дельце? А больше ты ничего от меня не хочешь? Ничего. Только честности. Что же ты сделал для Ольгерда? Тоже вытащил из какой-то клетки? В определенном смысле. Помню я тот день. На дворе моросил дождь. Был пронизывающий холод. Ольгерд заявился сразу после захода солнца. Худой, как старая кляча, в залатанной рубахе. И все, что у него было, одна сабля на поясе. Жалко было смотреть. Он попросил у меня помощи. Я ему помог. Благодаря мне он стал богат и успешен. Стал тем, кто он сейчас. Теперь же он прогоняет меня, когда я прошу его вернуть долг. А как-то раз даже приказал спустить на меня собак.
Хочешь, не хочешь, приходится ссылаться на условия договора. И тут появляешься ты. Сколько тебе должен, Ольгерд? Люди чести о таких вещах не говорят. Если уж я в это вмешаюсь, то должен знать подробности. Сколько? Миллион? 2 миллиона крон? Я не ростовщик и не даю денег под проценты. Ольгерд должен мне нечто гораздо более ценное, чем пара монет. Большего я сказать не могу. Я уважаю частные интересы клиента. Вот что я думаю. Это ваши дела, и незачем мне в них лезть. Все же выслушай меня до конца. Ты убедишься, что Ольгерд — ничтожество. Как говорят на Западе, настоящий сукин сын. А что ж все твои таланты и связи? Почему ты сам с этим не разберешься? Тут есть нюанс. По контракту, прежде чем я приду за долгом, должны быть исполнены 3 последних желания фон Эверика. Проблема в том, что я не могу быть их исполнителем, а лишь, как бы это назвать, консультантом. То есть тебе нужен мальчик на побегушках? Мне нужен союзник. Я чувствую, что лучшего, чем ты, мне не найти. Так чего ты от меня ждешь? Сначала мы вместе навестим фон Эверика. А там увидим. Будем импровизировать. И все же я верю, что все кончится хорошо, а после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе. Да, перейдем к делу. Расскажи мне о 3 желаниях Ольгерда. Он может попросить исполнить 3 вещи. Но подробности мы узнаем только на месте. Все это выглядит как-то мутно. Твоя помощь, договор с Ольгердом, эти 3 желания. Но ведь у тебя нет ни одного рационального повода мне не доверять. Я помог тебе, поскольку оказался в нужное время в нужном месте. А раз уж один и тот же человек перешел нам дорогу, очевидно, что нам стоит действовать вместе. А мне это совсем не очевидно. Иди со мной к Ольгерду. И ты убедишься, что ему неведомы совесть или честь, а человеческая жизнь для него — игрушка. Потому-то он и натравил тебя на принца-жабу. Хорошо, идем к Ольгерду. Но я ничего не обещаю. Это все, чего я прошу. Теперь убери этот знак. Разумеется. Как только ты справишься с заданием. Иди, и ты не пожалеешь. Встретимся там. Мне надо кое-что уладить по дороге. Получить какой-нибудь долг? Может быть. Нашим атаманом мы хоть против черта с саблями пошли бы. Атаман ведет, атаман раздаст. Как ты, братишка? Никогда не предаст. О, кого я вижу? Ведьма! Опять палку от метлы проглотил. Ха, как жизнь? Что у тебя на роже выросло? И как афирский сифилис подхватил. Вроде как. А у вас имение горит. Заметили? Это? А, да. Ну, ты знаешь, как бывает.
Пирушка-то хорошо пошла, танцы, выпивка, веселье. Ну и нас немного занесло. Оно и видно. А где Ольгерд? Да чтоб я знал. Где-то здесь, наверное. Нет! Умоляю! Нет! Захлопни пасть! Отпустите меня! Оставьте! Заткнись! Я с вами хлеб делил! Пили вместе! Воевали рядом! А вы хотите меня убить? Я же один из вас! Может, ты и был когда-то, а теперь уже нет. В чем его вина? А тебе-то что? Не твое дело. О, а что сразу так нервно? Ты оглох, что ли? Убирайся отсюда, выродок! Я лишь хотел узнать, что здесь происходит. А вот и не узнаешь! Проваливай! Уйду, когда вы мне скажете. Да чего же ты упрямый хер? Атаман велел его казнить. Ну что, мы тебе сказали? Так вали отсюда, не мешай. Не сегодня. Оставьте его. Охренеть! Просто поверить не могу. Ты что, со своим хуем мозгами поменялся? Уноси отсюда свое ведьмачье гузно. А то что? А то убью! Ну давай, попробуй. Эй, эй, что тут творится? Геральт, ты решил поиграть в защитника угнетенных? Скорее, в потрошителя ублюдков. Пока я здесь, ты никого потрошить не будешь. Это вызов? Почему бы и нет? С ведьмаком я еще не дрался. Одолеешь меня, я его отпущу. Отойдите. Не желаешь ли подождать, пока дождик перестанет? Мне без разницы. Вот и хорошо. Тогда начнем. Хороший удар. Ты победил. А теперь, может, ты мне скажешь, почему ты лезешь не в свое дело? Я хотел помешать кровопролитию. Браво, браво, Геральт, благородное сердце. Но все не без пользы. Теперь ты, по крайней мере, знаешь, что мне не так легко потерять голову. Отпустить! Повезло тебе, парень. Зачем все это представление? Разве ж это представление? Человеку иногда надо вкусить немного безумия, чтобы освежить вкус к жизни. Судя по тому, что у тебя на лице, ты знаешь, о чем я говорю. Ты бессмертный? Смотря что ты под этим понимаешь. Да, убить меня нельзя. Но это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие? Проклятие? Нет, не думаю. Скажу тебе так.
Будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться. А ты потом будешь бодаться с последствиями. Что-то я не улавливаю. Если ты знаешь, что тебе почти невозможно причинить вред, начинаешь рисковать все больше и больше, покуда не обнаружишь, что уже ничто не может развеять твою скуку. Вся соль в том, чтобы миновать эту точку и увидеть за ней новые возможности. Ты знаешь, что это такое? Я не уверен, но догадываюсь. Ты связался с опасным человеком, ведьмак. Я убил бестию в каналах. Ну, мои поздравления. Тебе полагается награда. И ты можешь взять себе что-нибудь из дома, если там еще что-то не догорело. Трудный был бой. Когда я убил чудовище, оно превратилось в человека. Ты знал, что так будет? Ну, конечно, знал. Иначе бы он тебя в это не впутывал. Гюнтер один снова пришел поливать меня грязью. Нет. Я пришел получить долг. Но сначала ты должен... найти помощника, чтобы исполнить три твоих желания. Вот он. Геральт из Ривии. Он сказал правду? Ты знал, что жаба — это проклятый принц? Не только знал, но и сам приложил к этому руку. Он не упоминал об этом? Это весьма поучительная история. Я расскажу. Ольгерд был некогда влюблен в прекрасную девушку по имени Ирис. Но ее родители выбрали себе в зятья афирского принца. И Ольгерд возненавидел его. Сначала он хотел его убить, но счел, что это слишком просто. А потом обрек его на страдания. Жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его твоими руками. Напомни мне один. Кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник, Геральт. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Идем. Куда? На конюшню. Мои люди уже собираются в путь. Почему ты не сказал мне правду об этом чудовище? Хотел устроить сюрприз? Я просто хотел, чтобы кто-нибудь убил жабу. Откуда я мог знать, что заказ примешь ты? Когда на моем пороге появился ведьмак, я подумал, что это даже к лучшему. Все-таки вас за этим и учат. Может, его бы удалось расколдовать? Может быть. А может быть и нет. А впрочем, зачем? Затем, что это человек. Паршивый афирский пес — это не человек. И горевать о нем нечего. То, что он сказал о принце, правда? Это ты превратил его в жабу? Может, и я. А может, этот тупой афирский борчук просто чего-нибудь нажрался? С ними никогда не угадаешь. Не знаю жратвы, от которой можно чудищем стать. Тогда поди напился какой-то дряни. И я наложил проклятие. Из мести. В полном отчаянии. Я тогда был другим человеком. Выкрикнул проклятие в гневе и даже не подумал, что оно может исполниться. Вижу, у вас с господином Зеркало какие-то споры. Мне бы не хотелось вмешиваться. Поздно. Ты уже вмешался. Он однажды помог тебе и теперь просит вернуть долг. Я угадал? Да. Но так теперь ты не избавишься от него, покуда не вернешь. Но будь спокоен. Я придумаю такие задания, что тебе их нипочем не выполнить. Сделай все, что сможешь, и отдашь свой долг. А я буду жить спокойно, пока Зеркало не найдет себе нового помощника. Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Хм.
Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсоди. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Поди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневная ануча, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно. Будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти, а там видно будет. Посоветуешь что-то? Куда идти, с чего начать? Ты с ума сошел? Я не собираюсь облегчать тебе работу. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас с компанией занесет. Вот что. Ищи меня в корчме в Оксенфурте. В алхимии. Договорились. До свидания. С братом сложности быть не должно. Этот дом. Как же я ему принесу дом? Я бы наоборот не стал беспокоиться о доме. А вот с братом будет потрудней. Как мило, что ты меня подождал. Я не оставлю моего помощника на произвол судьбы. Я думал, что должен выполнить три желания сам. Так гласит договор. Но там нигде не сказано, что я не могу тебе помогать. Думается мне, что с этими двумя заданиями тебе пригодится моя помощь. Есть идея, как мне достать для Ольгерда дом Барсоди? Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Оксенфурте аукционный дом. Припоминаю, однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Но дело было в Новиграде. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить, почему. Хорошо, я найду их. И что дальше? Не знаю. Может быть, на месте тебе придет что-нибудь в голову? Да, возьми с собой побольше наличных. Могут понадобиться. Почему с братом Ольгердом мне должно быть труднее? Потому что он уже несколько лет как мертв. О, некромантии не хватало мне. Некромантия — это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чумой и холерой. Кроме того, мне понадобилась бы кровь призванного. Кровь, разумеется. Призванного не обязательно. Вот, держи. Откуда это у тебя? Геральт, Геральт. Ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эвериков. И проводи ритуал. А где мне найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Род фон Эвериков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица, барышня-доктор. Не забыл ее? Пора приниматься за дело. Не вижу энтузиазма. Ты же замечательно при этом развлечешься. Жду не дождусь. Если мне понадобится помощь, где тебя найти? Я сам тебя найду. Удачи, Геральт.
Да здравствует, да здравствует. Плевать меня тянет. О! Рядовой клянь! Это аукционный дом Барсоди? Точняк. Рядовой клянер, вы на службе. Разговоры с гражданскими неуместны. Цель вашего визита? Любопытно. Вы реданские солдаты, да? Капрал Вацлав на посту. Этот солдат мой подчиненный, рядовой клянер. Смотри, не обосрись от счастья, командир. Что-то сказали, боец? Ничего. А вам случайно не нужно быть на фронте? Приказ о переводе 76 ЦВХ. Задача – охрана аукционного дома Барсоди. Важность особая. У этого Барсоди при дворе связи. Он тут сбывает трофеи по самым высоким ценам, а взамен получает охрану. Рядовой клянер, эти сведения – военная тайна. Кто-нибудь из хозяев здесь? То есть единоличный владелец, достопочтенный Хорст Барсоди? Он здесь. Я к нему по делу. Приказ 76 ЦВХ. Внутрь допускаются только участники аукциона с именными приглашениями. Уверен, мы договоримся. Сомневаюсь. Согласно приказу 76 ЦВХ, капралу Вацлаву вожжа под хвост попала. Клянер, вы помните, что нарушение субординации наказуемо? Кого я вижу? Геральт, ведьмак из Риви! Вим Вивальди, банкир из... Откуда ж ты есть-то? Да неважно. Деньги границ не знают. В чем дело, капрал Вацлав? Вы перечите Геральту? Господин Вивальди, ваш досточтимый друг не имеет приглашения на аукцион, а... А я имею. Проходите, Геральт, будьте моим спутником. Ну, приказы... Приказы, херазы! Мне что, жалобу сержанту подать, а? Ну то-то, смирно, и пасть закрыть! То-то ребята в казарме посмеются. Тихо! На обход! Шагом! Аж! Левой! Левой! Спасибо за помощь. Да ладно! Чего только не сделаешь для старых клиентов. Приятно иметь с тобой дело, Вим. И жена моя покойная так говорила. О-хо-хо, и народ уже собирается на аукцион. Пойдемте наверх. Ну а что выставляют на аукцион? Все, что есть ценного. Украшения, редкое оружие, всякую экзотику. Я здесь за полотнами портретистов Мариборской школы. Ван Дейка и Вандерхуя. Надо же. Я не знал, что ты коллекционер. Конечно, нет. По мне все художники от слова худо. Я эти картины вообще в сейфе держу. Тогда зачем? Как зачем, Геральт? Я же диверсифицирую инвестиционный портфель. Мне казалось, что аукционный дом Барсоди в Новиграде. Был, да переехал. Родовид предложил Хорсту льготный налог. 0%. Ха, щедрое предложение. Да, вот что называется дружественное государство. Вим, на самом деле мне нужно поговорить с Хорстом Барсоди. А вот с этим может быть проблема. Почему? Потому что нелюдим он страшный. Не то, что его отец, упокой Милители его душу. Но Хорст обычно выходит к гостям на минутку. Я вас ему представлю. Буду очень обязан. Ерунда.
обязывают только векселя да ипотека. Ну, добро, пойдемте наверх. Яйцо Фаберже, белое золото, перламутр, инкрустировано великан. Или, может, йотун? Продано мадам Вилепин. Рубашка Кубок огня. Интересно, что это такое? Начальная цена 2000 крон. Зериканские копья послужат прекрасным украшением гостиной. Будем знать. Из коллекции чародея Айрамаса. Кодекс Редониензис. Последний уцелевший экземпляр. Ну-ну. Красивый. Но сломался бы при первом же ударе. Так, так. Яйцо Фаберже, белое золото, перламутр, инкрустировано топазом. Геральт, почему бы вам в самом деле не купить дом? Могу устроить очень привлекательный кредит. Кредит не бывает привлекательным, Вим. Даже... Гляжу, есть время выпить до аукциона. Вим, это же банкет. Ну, и что? Ненавижу банкеты. Вся эта болтовня ни о чем. Крохотные порции, скверная выпивка. Ну, не все так плохо, вот увидите. Зато представлю вас паре интересных знакомых. Пожилая дама, вон там. Это графиня Миньоль. У вас точно найдется тема для разговора. А вон там, в углу, Гилберт. Ну, вариш, поднялся на игре в бинт. О, и Яромир здесь, антикварщик. Сноб. Каких мало, но о картинах все знает. Ну что, пойдем поговорим с кем-нибудь. Не торчать же тут столбами. О, вы чу? Гилберт, сколько лет? И позволь тебе представить, мой друг Геральт из Ривии. Приветствую. Здравствуйте, очень рад. Ну как, уже решил, за что торговаться будешь? Да нет, куплю, что понравится. Парадное что-нибудь. На стену повешу. Нильфгард, я угадал? Простите? Твоя колода для Гвинта. Нильфгард, верно? Нильфгард — хорошие колоды, но мой выбор — Королевство Севера. А, понимаю. Патриот. Скажу тебе по секрету, Гилберт, что Геральт — игрок отменный. Отменный! А, аукцион начинать еще не думают. Так может, того? Партеечку? Почему бы и нет? Рискну. Доставай колоду. Отлично, тогда я сдаю. Чудно. Геральт, отойдем на минуточку. Что такое? Видите ли, раз я устроил вашу встречу, то будет справедливо, если вы уступите мне часть выигрыша. 10% как посреднику. Ты ведь для этого нас и познакомил. Друг мой, деньги не пахнут, а уж я-то их повидал. Ну, так как? Что ж, ты помог мне сюда попасть. Будь по-твоему, если выиграю, 10% тебе. А может, 15? Да пошел ты. Добро, играем.
Не может быть! Так не должно быть! Ты точно жульничал! Наложил на меня чары! Эй, полегче, Гилберт! А не то Геральт потребует у тебя удовлетворения! Хе, сам его удовлетворяй! Мелкий ты бородатый жмот! Навешу-ка я ему процент побольше на следующий кредит. Пожалуй, я куплю вот этот пейзаж в Урбе. Ты же терпеть не можешь пейзажи. Правда, но рама красивая. Простите великодушно. Ух! Яромир, не уделишь мне минуточку? Здравствуй, Вивальди. А это кто? Геральт из Ривии, ведьмак. Что думаешь о картинах, которые сегодня продаются? А, все вынюхиваешь, на чем бы заработать? Чья бы корова мычала? Ты же сам картинами торгуешь, друг мой. Верно, но я наслаждаюсь ими. А ты не отличаешь от ценных бумаг. Из всех искусств тебе понятно разве что кулинария. А что же ты, ведьмак? Ты что-нибудь знаешь о живописи? Да, кое-что знаю. Хоть в это и трудно поверить, глядя на мой непритязательный облик. Неужели? Что ж, увидим. Ты знал, что наш приятель Вивальди владеет 5 полотнами Ван дер Хоуя? Но он не отличит их от картинок по 5 крон за штуку. Я и спорить не стану. Так скажи мне, ведьмак-ценитель, какое из этих полотен создано Эдвардом Ван дер Хоуем, мастером из Марибора? Это ведь не составит для тебя труда. Вот так вопрос. Ну, конечно же, купец с жемчужиной. Надо же! Кто бы мог подумать? Позволь на минутку. Прости мне мою дерзость. Я полагал, что ты невежда на манер Вивальди. В знак раскаяния я хочу дать тебе совет. На аукционе можно будет за бесценок купить полотно Ван Рога. Этот художник не знаменит, однако Маркус Ходгерсон, хозяин книжной лавки на Новиградском рынке, платит за его картины хорошую цену. Ясно. А теперь извини. Я вижу, меня зовут Друзья. Что он вам сказал? Посоветовал купить Ван Рога, чтобы перепродать книготорговцу из Новиграда. О, интересно. Пойдем отсюда, Геральт. У меня уже в глазах хребит от этой мазни. Забавно. Из Ринды. Герцог объявил себя банкротом. И вот, милостивая графиня, позвольте представить вам моего друга Геральта из Ривии. Ведьмака из школы Волка. Простите, разве мы когда-то уже... Нет, я узнала вашу школу по медальону. К слову, Геральт, графиня Миньоль – известный коллекционер ведьминалей. Ведьминалей? Что это? Всякого рода предметы, связанные с ведьмачьим ремеслом. Мечи, снаряжение, медальон. Отчего же у вас, госпожа, такой интерес к скромным убийцам чудищ? Приятные воспоминания моей столь далекой юности. Не говорите так, графиня. Вы в самом расцвете. Это так мило, господин Вивальди. Но кроме ведьминалей, в моем доме есть еще и зеркала.
Какова же жемчужина вашей коллекции? Старинный панцирь школы Волка. 1234 год. Классика. Продается ли он? Боюсь, что нет. Это память о дорогих мне чувствах. Но прочие ведьмачьи цацки можно и сторговать. Глядишь, и наклюнется, какая сделка. Мне, как посреднику, полагается скромная плата. 5%, не больше. Ты как всегда, Вим, ни за что не упустишь шанса пополнить свой кошелек. Но почему бы и нет, можно и поторговать. Графиня, вы уже что-то присмотрели на этом аукционе? Нет, но Хорст Барсоди клялся, что выставит на торги то, что меня заинтересует. А подробностей он не выдал? Нет, вы же знаете, какой он. Ходячая тайна. Давайте сменим тему. Сударь-ведьмак, не окажете ли вы даме одну услугу? Это зависит от услуги. О, это мелочь. Я только что была на балконе и обронила там сережку. Думаю, она где-то между досками, но я не смогла ее найти. Может быть, вы с вашими кошачьими глазами? Не беспокойтесь, сейчас же поищу. Буду вам очень признательна. Сейчас вернусь. Заколотить деньгу. Разлитое вино. И ничего больше. Тут ведь нет никакой сережки, правда? Нет. Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Прошу простить. Я... Боги, как это неловко. Вы знаете Весемира? Он немного ниже вас, носил усы. Знаю ли я? Он научил меня всему, что я знаю. Что? Как он сейчас? Могу я спросить? Конечно, можете. Но прежде, расскажите, что именно вас связывало. Никому я не говорила об этом, но... Хорошо, я расскажу. В 34-м году, зимой, в Оксенфурте завелась какая-то бестия. Это был Фледер, кажется. Объявили награду, в город приехал ведьмак Весемир из школы Волка. Он искал следы чудовища возле нашего имения. Между нами сразу пробежала искра. Я послала ему записку с гувернанткой. Потом он приходил тайно, каждую ночь. Но однажды отец что-то услышал. Весемиру пришлось поспешно уйти. Он даже не успел забрать доспех. А, так вот оно, начало вашей коллекции. Да, и конец нашей любви. Отец выписал на него гончий лист, меня спешно выдали замуж... К счастью, мой супруг умер молодым, оставив мне приличное состояние. И вот я живу воспоминаниями. Весемир в добром здравии и по-прежнему носит усы. Рада слышать. А он нашел себе кого-нибудь? Нет, не припомню, чтобы вообще видел его с женщиной. Мы с ребятами все гадали. В чем же дело? Жаль, что история не повернулась иначе.
Я должна была поехать за ним. Прошу, не говорите ему обо мне. Незачем бередить старые раны. Спасибо за то, что вы благородно терпели выжившую из ума старуху. Не говорите так. Я стара и богата. Могу говорить, что хочу. А сейчас, прошу, оставьте меня одну. Я вернусь на аукцион. Уважаемые дамы и господа, аукцион вот-вот начнется. Прошу занимать места. О, наконец-то. Идите вперед, иначе ничего не будет видно. Слушай, Вим. А как вообще будет проходить этот аукцион? Сначала продадут или нет 3 лота, а потом перерыв. Может быть, тогда и появится Хорст Барсоди, и я вас друг другу представлю. Хорошо бы. Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? Разумеется, буду. Раз уж мы с тобой здесь оказались... Грех не развлечься. Так и знал, дружище. Досточтимые гости, рад приветствовать вас. Начнем торги. Уважаемые господа, лот номер 1 – латунная статуэтка из коллекции овеянного дурной славой графа Рамиллы. По слухам, внутри нее скрыто сокровище. В чем, однако, можно удостовериться, лишь уничтожив эту прекрасную вещицу. Начальная цена всего 50 крон. Кто больше? Его милость Гилберт, 100! Графиня Миньоль, 150! Кажется, я слышу 200! Господа, кто даст 200? 200! Его милость с белыми волосами! Будет ли 250? 200 раз, 200, 2, 200! Да, графиня Миньоль дает 250! Кто даст 300? Да, у нас есть 300 раз. Кто-нибудь даст больше? И 2. Кто больше? И 303. Лот номер 1. Таинственная латунная фигурка уходит сударю с белыми волосами. А теперь лот номер 2. Картина молодого новиградского художника Ван Рога «Звездная ночь над Понтером». Очаровательно. Начнем торг с 20 крон. Дамы и господа, кто же даст 20 крон? О, сударь с кошачьими глазами дает 20. Кто даст 30? Простите, Геральт, но аукцион есть аукцион. Вим Вивальди дает 30. Будет ли 40? 30 раз, 32. Сударь с белыми волосами дает 40. Кто больше? 40 раз, 42. Банкир Вивальди не уступает. 50! Кто больше? 50 раз, 52. Последний шанс, дамы и господа! Да! 60! Развернулась нешуточная борьба. Кто-нибудь даст больше? 60 раз, 62. Эх, забирайте, Геральт. Продано! Картина уходит... сударю с кошачьими глазами. Дамы и господа, переходим к лоту номер 3. Редчайший предмет. Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров. Некогда принадлежали знаменитому наемному убийце профессору. Начнем с 200 крон. Ваши ставки? Мастер Гвинта Гилберт дает 250. Кто больше? О, прекрасно. Вальдемар Иванович Зайцев дает 300. 300 раз. 302.
Дамы и господа, сударь с белыми волосами дает 350. Кто рискнет перебить столь щедрое предложение? 350 раз продано сударю с белыми волосами. Бесценные очки, пусть же они вам верно служат. Какой волнующий аукцион! Первые три лота пройдены. Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим. О, Геральт, смотрите, Хорс Барсоди. Идемте, пока его никто не заболтал. Но теплого приема не ждите. Привет, Хорст. Познакомься с моим добрым другом Геральтом из Ривии, который... явился незваным. Да, серьезное упущение. Надеюсь, этот казус не бросит тень на наше новое знакомство. Знакомство? Не воображая себе слишком много, бродяга. Думается мне, господа, вы не с того начали. Может, если мы вместе поднимем тост за... Что тебе от меня нужно? А нет ли в доме Барсоди какого-нибудь другого Барсоди, с которым я мог бы побеседовать? Чуточку... менее обидчивого. Геральт, аукционный дом Барсоди был основан двумя братьями, отцом и дядей Хорста. В нынешнем же поколении... Это я и только я, так что к делу, сейчас же. Верно, хватит дипломатии. Видишь ли, я должен взять дом Максимилиана Барсоди, что бы это ни значило. Что? Откуда ты о нем знаешь? Господа, сохраняйте хладнокровие. Нет нужды повышать голос. Откуда ты о нем знаешь? Отвечай! Ого, ну-ка... Откуда? От Ольгерда фон Эверика. Знакомое имя? Да. Стража, вывести ведьмака и не впускать, даже если явится под ручку с иерархом Хемельфартом. По правде сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово, и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Друг, мне жаль, но... Не стоит утруждать стражников, Хорст. Я выйду сам. Не припомню, чтобы давал тебе право выбора. Стража, на улицу его! Ваши мечи. Закон обязывает их вернуть. Но закон не говорит, когда. Так что сперва мы вашей милости как следует вломим для порядка. Ага. И правда, место встречи элиты. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Слева, справа, и поебалу, поебалу! Закон предписывает вызвать к раненому лекаря, но не говорит, как быстро. Так что придется потерпеть. Хоть с мечом, хоть просто так, изуродует ведьмак, да? Так оно говорится.
Мне нынче не до народных мудростей. Ты еще кто? Если пойдет как надо, я твой союзник. И зачем ты мне нужен? Взять дом Максимилиана Барсоди. В одиночку ты к нему даже близко не подберешься. Откуда ты знаешь, что мне нужен дом? Я был на аукционе, инкогнито. Ваш скандал нельзя было не услышать. Тогда к делу, если можно. Чтобы заполучить этот дом, нужно попасть в сокровищницу Хорста. А добром он тебя не пустит. А лед? Это плохая идея. У тебя найдется получше. Отыщи травника под Оксенфуртом. Спроси у него вытяжку из кровавника. Он поймет, зачем ты пришел. Если втянешь меня в какую-нибудь... Увидимся. Надеюсь.